Соревнование приглашается на старт дистанции 60 метров. 75 спортсменов из Нижнекамска, Республики Татарстан, Анатолий Елагин, клуб «Пчелка». Запомнил, на второй дорожке, на третьей. Будет стартовать Анатолий Зорин. Группа 80 Санкт-Петербург, на четверке Никола Кузнецов. Группа 80 город Мантурово Костромской области и на пятый ранних группа 80 город Мценск Орловской области клуб «Коммаш». Так, ребятки, все судьи, начинаем соревнования. Дайте размяться. Дорогие друзья, вот к старту готовится мужчина, участники первого забега. И на второй дорожке, я вам рассказывал уже, представлял эти спортсмены на второй дорожке, Анатолий Зорин, участник плакатных событий, живет в Санкт-Петербурге, обладает рекордом России на этой дистанции 9,5 секунды, чемпион Европы в беге на дистанцию 200 метров. На старт. Внимание. Ну и все, внимание на вторую дорожку. Да, да, Анатолий Зорин подтверждает свое спортивное мастерство. Секунды, но это только забеги, впереди финал, и будем надеяться, что он войдет в финал. Ну вот, меня немножко поправили, и правильно. Я их отпускаю, да? Юрий Аркадьевич Черков знает великолепно состояние. Сегодня. Так или иначе, мы увидели очень хороший эффект. И второй забег. В нем будут стартовать по первой дорожке Владимир Лужков, Челябинск, клуб «Слава». По второй Евгений Карай. Воронежская область, ну или не так, город Воронеж, здесь уж области не нужно говорить. На третьей Анатолий Фомин, город Назарово Красноярского края. На четвертой ранее Курамшин, Москва, Дзержинец, чемпион Москвы на этой дистанции. И в этой возрастной группе все спортсмены группы 75. На пятой Валерий Ухов, точно, это тоже очень известный спортсмен.
город Москва, клуб Зиржи, не слышу, стой, Николай, разжигаем Солигамск Пермского края и на 7-й Владимир Соловьев, Москва. Москва. Внимание! Два лошади соревнования просятся дойти на старт. Полторы дорожки бежал Евгений Карай. 9.94 и идем. Участники летнего задета выходят на стартовую позицию. Сейчас будут готовить колодки. Так, мы представим на первой дорожке Вячеслав Кефаев. Город Глазов. Республики Удмуртия, на второй Николай Баданов, Санкт-Петербург, на третий Раиса Хабибулин, город Рождественка, Челябинская область, на четвертый Фарид Хамитов, Казань, Татарстан. Фарид Хамитов, Казань, ну, в прошлом году казанские спортсмены, вернее, казанские спортсмены Татарстана очень лихо выступили и на чемпионате страны, и на великолепных соревнованиях клубов четырех городов, и вот все проходило в Казани, ой, чемпионат-то был у нас в Смоленске, да? Да, а в Казани был. На четвертый Игорь Надеев, Новосибирск, на пятый Виктор Мельников, Павлы Татарстан, на шестой Анатолий Рим, Раменская Московская область, на седьмой Геннадий Макоев, Санкт-Петербург. Дорогие друзья, вот на пятой дорожке Виктор Мельников из Татарстана, города Павлы, Павлы Нефть. Так называется спортивный клуб, которого представляет и Юрий Аркадьевич. Вообще все знает о ветеранской легкой атлетике и почти о каждом спортсмене. Сейчас он расскажет, что из себя представляет Виктор Мельников. Юрий Аркадьевич. Ну, вас рад. А ты что бы здесь общался? Закончили. Это они мешают. Пожалуйста, вот подальше. Вот здесь вот можно. Внимание. Ну а в этой возрастной группе рекорд России у Святослава Соловянка Москвы. Москва. 8 секунд. Давайте посмотрим. Вот у нас там спортсмен. Пожалуйста, уйдите от локального табло на финише. Спасибо. 8.72. Это результат победителя четвертого забега. Пятый забег. Что же у нас здесь? Вот надежды нет. Спортсмен готовится. На второй дорожке к старту готовится Николай
Речка Синь или речка Синь, наверное. Так, город Канск, Красноярский край, Клуб Титан на Рейке и Болит Лобанов, Марии Эл. Город Марийск, так называется город, где он живет. На четвертой Евгений Петров, Воронеж, Клуб Невская ОВЗ. На пятой Павел Изотов, Электросталь Московской области. На шестой Сергей Жироков, Лысьва, Пермского края, Горнолыжная. Держава Пермского края. Сергей Байков на шестом, на седьмой дорожке, Саров, Нижегородская область. Юрка, пожалуйста, внутри пройдите. Внимание! Они Сергей Байков являются... Да, вот она, седьмая дорожка. Сергей Байков очень мирно пронесся. 87,70 секунды. У него, как и Святослава Сурлянкера, Сергея Мельникова, 8 секунд. В прошлом году был... Нарушение правил старта, пальцы старта. Ну а мы для всех спортсменов говорим, что все результаты на информационном стенде. И третья дорожка счастливая для Сергея Егорова из республики Мали-Эл. С результатом 8,55 секунды он выигрывает забег группы 60. А седьмом забеге еще одна группа 60 в 2005. Ну вот седьмая и третья дорожка. По седьмой бежал из Шанхая. Молода. Погреть Николай Суверен, Воронеж. Внимание! Девятый совет. 251 номер Урамиля Файрутова из Башкортостана, город Салават. И 10 и 11 забеги идут уступать спортсмены, представляющие группу 50. Внимание! Thank you.
7,99 секунды. Такие результаты. Это Владимир Синкин из Брянской области, но здесь более молодые спортсмены. Группа 50 была до этого, а теперь уже 45, и ребята очень быстрые. Андрей Коломоец уверенно выигрывает свой заветный время. 7,87 секунды, пока это лучший результат. Да, теперь уже смело можно сказать, потому что... Нет, не смело, еще три забега, 12, 14, 15, и там побегут более молодые, но так или иначе стоит обратить внимание на это время. Андрей Коломоеца, 7,87, а к старту готовится уже 10 назад. Одним из сильнейших спринтеров России среди ветеранов. Тринадцатый забег. Остановитесь, пожалуйста, остановитесь. Да, будем считать активной разминкой. Что делать? Бывает, пятая дорожка. Возмущается, но был второй выстрел. Поэтому... А вы не скажете, кто снимал нас во время ошибки? Все равно. Да, фамилию я прочитал. Да. А, вот он, да, Сергей. Да. Тогда сейчас мы найдем. Нет, а как мне понять, когда у меня бьет? Внимание! Ну, а рекорд принадлежит Александру Перебалову из Северодвинска. 7 секунд, рекорд России, пятая дорожка. Александр Перебалов. 7,70 секунды. Ну вот, видите. Рекордсмен России сегодня в этой возрастной группе. Секунды. Павел Мичигов,
Челябинский метеор, такое прозвище у этого спортсмена, и сейчас он это доказал. Спасибо вам. 7-17. Дорожки Андрей Гончаров, стоит на него посмотреть. Давай. Да, шестая дорожка ждет где-то Евгений Волгин. 7,2 сотых, такой же результат, как и победителя 14-го забега Павла Вичигова. И вот в этой красной группе будет финал. Для 8 сильнейших. Группа 35.